игра. Нам все игры сейчас тяжело даются. Тяжело победы даются. Но сейчас надо выйти на такую серию, да, из побед, чтобы выбраться из той ситуации, в которой мы сейчас. Как считаете, какие основные слагаемые сегодняшней победы? Самоотверженность, везение, удачные голы забили. Но я повторюсь, сейчас любые очки, любым путем нужны победы нашей команде. Но, как показалось, эта победа сегодня далась очень нелегко, особенно начало у Ростова было активное, там 3 момента на первых минутах. Ну да, чуть-чуть, видимо, вышли не готовыми, но ничего страшного, там вратарь для этого стоит, чтобы почищать за этим все. Ну, вы почистили сегодня здорово и, в принципе, шли на шатаут. Ну, главная победа, ничего страшного пропустили, но там, ладно, судейство не буду трогать, что там откровенно, скорее всего, и был пас рукой. Ну, такая некоторая сатисфакция для вас в виде результативной передачи получилась. Ну, там повезло, просто перехватил шайбу, и одна скочила на нашем, а то забил в пустые ворота. Игровой момент. В принципе, как оцените лично для себя старт этого сезона? Как бы, понятное дело, наверное, была не совсем та игра, которую ждали и вы, и болельщики. Отвратительный старт. Буду надеяться, что сейчас все пойдет как надо, как должно было быть с начала сезона.